Максим Бехов, желаю тебе успехов. Это дополнение к моему предыдущему выпуску. Забыл показать футболочку. Domination была такая футболочка, да, все офигевали. Она на мне очень дофига денег стоила. Вот. Тираж был штук 5, по-моему, да. Или 2, или 3. Да. В общем, смотри, будет интересно. Большое дополнение к видео о Domination. Забыл совсем. Была же футболка у меня вот Domination. Вот такая футболка у меня была. Ну, это понятно, это эскиз. Да. Вот кассета Domination. Покупайте. А вот хотел показать. Вот. Плейлист, посвященный Domination на моем канале. Сейчас хотел показать, вот я в ней, в этой футболке выступал, и поэтому Мадлен перепутала, или там Тёма что-то ляпнул, подумала, что мы назывались Domination, а не Toy on a Part. Сейчас вот, нет. У меня еще тут был такой напульсники смешные, гламурные. Ну, что, но не это самое. На полный экран не это самое. А вот, да, вот моя футболка он. Там еще сзади было написано Domination. На такую футболку несколько штук было. То есть оно, блин, кучу денег стоило мне. Сип в Cannibal Corpse, он этот Жорик Громадов. Санта на басу. Реден, по-моему, да? Да. Яна Джексоне. Там были технические проблемы, это вот хотел показать вот футболку, да, вот я Domination, да, вот это я хотел показать, да. У меня тут такие напульсники, блин, как у этого Vampire, блин. Это наш дебют, там было холодно, мы водки бахнули. Принесли, помню, бухло. Там было запрещено бухло приносить, а мы принесли. Мимо Чечена. Короче, по 100 грамм были бутылочки водочные. И мы, короче, перед выступлением бахнули всем коллективом. Потому что все-таки первое выступление на сцене. Я вообще, по-моему, нигде не выступал до этого. У меня было, сука, студийные все проекты, да. Хайер у меня, я тогда постригся в 2000 году. Хайер у меня был в 90-х годах, лет с 93-го года по 2000, а потом я ударился в скинхеды. Вот, постригся наголо сначала, потом опять начал отпускать. Вот, да, так что такие дела. Вот что хотел показать, да. Так что была футболочка еще. Вот, Domination, была футболочка, да, еще. Такая вот. Не знаю, может, я еще сделаю футболочку такую. Хе, в честь
проекта Domination, может быть. Вот, покупаете кассету. Как я и сказал в предыдущей серии. Думаю переиграть эти темы в дальнейшем. Ну все, подписывайся на мой канал. Пока-пока. Максим Верхов желает тебе успехов. Следующая серия будет уже об инцесте в моем проекте.